Ледовая арена «Юность» собрала на своем льду мужские любительские команды. Это региональный этап турнира, по завершении которого победитель поедет в Сочи на российский турнир ночной хоккейной лиги. У нас участвуют 4 команды. Команда администрации, город Курган Технокерамики, город Шадринск. «Витязь» – новая команда, которая вступила в эту лигу, тоже с города Кургана. И команда «Алекс». И думаю, что турнир будет очень интересным и развернется захватывающая борьба, которая победит сильнейший. В поединке технокерамики и Шадринской и Курганской администрации первая шайба оказалась в начале игры в воротах технокерамики. Во втором периоде шадринцы взяли инициативу в свои руки и забили 3 гола в ворота соперников. Настроенные ушли на игру. Мы первый гол забили, потом немножко расслабились. Игра идет без пробросов. Мы мало двигались. Потом пропустили. Второй период проиграли полностью. В третьем собрались, где-то удача улыбнулась, но и мы сравняли. Ничья устроила обе команды. Отборочные матчи продлятся до конца марта. Андрей Бахарев, Людмила Иванова, Никита Мухин, информационное агентство «Курган.ру».